В Дагестане привились от гриппа более 1 миллиона человек. Это около 40% населения. Бесплатную прививку в первую очередь сделали детям, беременным женщинам и пожилым людям. Медики отмечают, что вакцинация – это самая надежная защита от гриппа. В частности, ею не стоит пренебрегать в такой период, как пандемия коронавируса. До конца этого года в республику планируется доставить 1 миллион 700 тысяч доз.